Меня зовут Майлз Моралес. Я единственный и неповторимый Человек-паук. И у меня все прекрасно. Майлз, ты должен был прийти в 5. Ага, понятно. Понятно? Серьезно? Понятно? Тебя как звать? Корова или далматинец? Мое имя — Пятно. Это не смешно. Хватит, прекрати. Оценки у Майлза неплохие. 5 по физике. Какой молодец. И 4 по испанскому. Что? Так Майлз, ты что хочешь нас до инфаркта довести? Мне нужно бежать. Простите, пока. Он вам врет. Думаю, вы и сами видите. Майлз, соскучился? О, Гвен? Ты хочешь сказать, что есть элитная команда самых лучших людей-пауков? Кто этот новенький? Просто невероятно. Это наше место. А это Мигель О'Хара. Он собрал нас всех вместе. И что нужно сделать, чтобы попасть в вашу команду? Ты никогда не попадешь в них. А уж о Докторе Стрэнджа и том умнике Земли я даже говорить не желаю. Эй, полегче с парнишкой. Он столько всего пережил. Питер! Майлз! Мэйзи! У тебя дочь! У меня дочь! Господи, господи! Ох, поймал! Все, хватит. Человеку-пауку всегда приходится делать выбор. Ты можешь спасти одного. Или спасти все миры. Верни меня домой. Не получится. Я смогу спасти всех! Человек-паук всегда! Не всегда. А как же дядя Бен? Если бы не дядя Бен, многих из нас здесь бы не было. Ты не сможешь убегать вечно! Я не хочу снова потерять друга. Беги! Мы так не договаривались! Так ты знал! Ты не понимаешь, что делаешь! Все вокруг говорят мне, как я должен поступать. Хватит! Я поступлю по-своему. Всем постам! Остановить Человека-паука! Да? Меня? Я взглянул на своего дядю, и он... Дайте угадаю. Умер?